Доброго дня, мене звати Чіхман Тарас і з вами телеканал Трофей. В дану хвилину ми знаходимося на Мар'їнському водосховищі. Це дуже і дуже велика водойма, гарна водойма з крупною рибою. Я тут перший раз і ніколи раніше не рибалив на ньому. Сподіваюсь, вийде на тренуванні щось спіймати. Ми проводимо тренування перед турніром Iron Fish, рибалимо з фідерними вудлищами з використанням кормушек флет, підбираємо насадки, тестуємо різні принади, підбираємо суміші, шукаємо ключик, котрий нам допоможе нормально виступити безпосередньо на самому турнірі. Трошки пізніше ми побалакаємо з хозяєвами водойми, я їх проінтерв'юю, позадаю їм певні питання про те, як з'явилася ця водойма, скільки тут риби, яка в неї вага, які особливості у водойми, якимись фактами вони поділяться. Сподіваюсь, буде гарний діалог, в котрому кожний знайде щось корисне для себе. Чи якийсь новий рибалка або риболов, котрий вже був на цій водоймі, неважливо. Сподіваюсь, сподобається кожному. Підбираємо насадки та принади. Краще всього в даний момент риба дає відгук на декілька принад. Це рибні гранули, котрі в принципі працюють самі по собі, з одною певною насадкою. Гранули темного кольору, бачите, маленькі, м'які. На дні коробки дуже мало залишилось. Більшу половину банки ми випрацювали. Тут у нас зверху зразки насадок новеньких. Маленькі приманки у вигляді круглого бойла або дамбосу в оранжевому кольорі. Тут суміш маленьких рибних гранул, сухого корму зеленого кольору, в нього рибний смак, з добавкою ще сухої коноплі для візуалізації. Це друга суміш, котра гарно працює по насадкам. Працюють маленькі кукурузки, плаваючі корн-топірси, потім маленькі вафтерси, знову в жовтому кольорі або в помаранчевому кольорі. Смаки на самому ділі. В таких кольорах непогано працюють груша, мед, ананас. Все це збризгується спреєм. Це кальмар-спрей, це аміноспрей. Тут у нас на столі стоїть баночка з зразком силіконової змазки. Цей продукт запуститься під брендом Iron Fish. Дивіться, навіщо вона потрібна. Буквально є, наприклад, катушка з жилкою в підмотаному стані. Пшикаємо на жилку з різних сторін. Для чого це зроблено? Покриває жилку та шнур силіконовою змазкою. Виходить далі виліт при закиді. Менше жилка підлягає впливанню сонця, ультрафіолетів, тому що зараз дуже жарко. І у нас був один зріз жилки на вузлі, шок-лідера та жилки. Це трапилось, напевно, із-за того, що сонце дуже жарило. Жилку ми не збризгували спреєм. І при контакті з іншою жилкою при захлисті трапився в цьому місці обрив. Обірвався монтаж. Тому даний силікон допомагає від таких моментів, захищає вас, і саме головне, він допомагає далі робити закид. Тому що навіть коли ти зматуєш жилку і чуєш, як вона йде без силікона і як йде з силіконом. Силіконом кладка йде гладка, більш тиха,
Без силікону ти дуже чуєш укладку, вона йде більш грубішою. В принципі, цей продукт нам сподобався. Ми його дали на тест хлопцям, що займаються професійно хижою ловлею. Він їм теж сподобався. І ми усі захопилися цим товаром і скоро його запустимо під брендом Iron Fish. Думаю, ви теж зможете в найближчий час з ним ознайомитись. Тому, а ось ще ми макаємо подібні діпи. Кальмар, клюква. Бачите, вже більш ніж половини банки немає. Бризгаємо різними спреями. Бачите, Максим бризгає такими ліквідами, поливає. Взагалі, шукаємо. Шукаємо свій ключик. Сподіваюсь, все вийде. Маленькі карпики. Ось зараз мій вже біля берегу. Зараз сам собі підсачу. Доброго дня. Добрий ще день. Раз. Добрий день. Розкажіть трошки про себе, як вас звати? Мене зовут Андрій Карденко, я організатор здесь більшості соревновань. Всі турніри проходять через ваші руки? Всі турніри, так. Да, і перші турніри, які тут проводились, всі проходили через наші руки і проходять. Тобто. А вас як звати? Олександр Мечетной, я маю відношення до цього водойому, як створитель його, як спортивним іменно водойому. Угу. Розкажіть детальніше, з чого все починалось? З чого починалась історія цієї водойми? Як давно з'явилася водойма? І як вона взагалі з'явилася? Ну, все починалось, мабуть, від любові к рибалки, особливо карпової. І після того, як ти став спортсменом-карп'ятником і об'їздив багато водойми України, поучаствував і в міжнародних соревнованнях, і за рубежом, появився інтерес створити такий же водойм, как бы в своем регионе, чтобы на нем тренироваться, проводить соревнования, сделать его не хуже, чем те водоемы, которые ты уже... Он был уже до вас? Да, этот водоем долго здесь уже был. Он использовался как обычный водоем, арендуемый частным предпринимателем. Весной запускался небольшой карпик, летом его кормили, осенью выращивали, вылавливали и продавали на рынках Украины. Ну и постепенно мы решили, посмотрев на это водохранилище, ну, спортсмены-карпятники, Андрей, я, посмотрели и решили, что в принципе он подходит для использования как спортивный водоем. Ну, он тоже подходит, он довольно большой. 73 гектара водного зеркала, длина водоема около 2 километров, ширина дамбы 600 метров, в разных местах. Длина водного зеркала от берега до берега где-то от 280 до 400 метров. Это дуже шикарно. Глубина до 3 метров доходит, ну, посреди водоема. Как бы то, как раз, что подходит для выращивания карпа. И на дамбе я дивився, глубина біля 5 метров. Ну, под дамбой там небольшой участок, да, до 5 метров глубины. Я зрозумів. Там рыба зосереджується на зиму. Еще чем подходит этот водоем как спортивный, это тем, что в нем практически все сектора равнозначны. В этом водоеме нет корях, нету каких-то глубоких ям, перепадов глубин. То есть спортсменам создаются более-менее равные условия для того, чтобы проявить себя своими прикормками, завести рыбу в свой сектор и ловить ее.
Тобто всі сектори, в принципі, рівнозначні для спортсменів. Ну, практично рівнозначні. А чому іноді я чую, що, наприклад, сектор, де ми стоїмо 30-й, наскільки я знаю, 30-й і ті, що біля нього, всі туди бажають потрапити, і вони в топі. Що в них такого? Ну, на кожному водойомі є, мабуть, місця стоянки риби. Ага, місця тобто вона там стоїть. І от якраз риба ближе к этим секторам, вона там більше віддихає, більше стоїть і виходить оттуда на большую воду, на весь водойом. Угу. І тот, хто стоїть в этих секторах, как бы имеет більшу возможность немножко проход риби через эти сектора немножко більше. Може бути в этом їх плюс. Я вас зрозумів. Підскажіть взагалі, як давно ви зайнялись їм? Ви захопились спортом? Як давно? І як давно зайнялись самою водойом? Рішення о том, що попробувати зробити цей водойом спортивним, було прийнято в 2008 году. Естественно, первый вопрос, как наполнить этот водоем крупной рыбой, чтобы спортсменам было интересно его ловить. И как вы его вырешили? Если вы знаете зачет на чемпионатах мира, на чемпионатах Украины, зачет карпов идет от 1,5 килограмма, то есть минимум здесь должны быть карпы 1,5 килограмма и выше. Ну и спортсменам, естественно, интересно ловить трофейную рыбу. Да. 10 килограмм, 15 килограмм. И у вас такого много. У нас такая рыба есть. Рекорд водоема на сегодняшний день составляет карп весом 24 килограмма 950 грамм. Это Марьян? Это Марьян, да. И вы о нем знаете. Про него все знают. Ну, действительно, про этого чудового карпа. Веселые спортсмены назвали его Марьяном. Ну, видимо, связали его имя с названием водоема. Его навіть ловили на минулій неділі. Хтось приїздив зі спортсменів Iron Fish, впіймав його і запостив фотку та написав, що вага Мар'яна була біля 25 кілограм. В крайньому випадку так вони зважили. Ну, якщо сказати шутку, то він парень дуже прожорливий, неприхотливий, і йому все одно, це був фідеріст і карпячник, лиш би був вкусний корм. І була колись історія, що його на одному турнірі ловили двічі навіть. Ну, є така черта у Мар'яна, він великий любитель. Він перебивать бігфіші турнірів, і коли чоловік поймав карпа там весом 19 кг і до кінця соревнования залишаються сутки, і може бути і менше, і він уже думає, що бігфіш на арені появляється Мар'ян. І однажды да, такой случай был, когда он в течение суток попался два раза. І з різною вагою. С весом разницей, по-моему, 100 грамм. 100 грамм. Первое это было там 50 грамм, то есть ни один турнир он так попадался, то есть за турнир он клевал два раза, то есть он сначала клюет в основном в районе дамбы, а потом где-то в районе там 3-5 сектора. Тобто у него довольно великая территория. Да, ну мы как думаем, что рыба, наколовшись, там переживает шок, не клюет после этого, то Марьян нам развенчивает миф и наоборот, то есть он может либо в течение суток, либо даже в течение нескольких часов, то есть вот клюнуть уже с большим весом, подъевший, то есть минимальное было 50 грамм, а потом 150, 200, то есть он так подъедает уже хорошо. Це, до речі, дуже цікавий факт. Звичайно, вважається, що мілка риба доволі непримхлива, її можна спіймати, наприклад, зранку, а потім ввечері. Такі випадки траплялись, і в тому числі і у мене. Но Мар'ян все ж таки важкий, досвідчений карп, якому більше можливо, ніж мені років навіть. І так себе веде. Дуже цікаво. Розкажіть, скільки в водоймі взагалі риби? Не підраховували ви ніколи? Ну, продовжує розговор о становленні Мар'явського водохранилища як спортивного водойома. Естественно, почали з того, щоб зарибити його крупною рибою. Относительно крупною рибою, скажімо так, на той момент, коли ми вирішили це зробити. Для этого просто скупали в рыбхозах, на ставках карпов весом 6, 7, 8, 10 килограмм. То есть все, что было, покупали и зарыбляли сюда. Естественно, был приглашен специалист, который работал в отрасли рыбного хозяйства. Определены нормы зарыбления. Кроме этого, мы, общаясь с руководством Федерации рыболовецкого спорта Украины, которые отвечали за карп, мы понимали уже, какая должна быть посадка рыбы на гектар, чтобы спортсменам было интересно ловить. То есть, какое количество рыбы должно находиться в водоеме.
И уже ориентируясь на это, мы зарыбили водоем. Практически целый год мы упорно и только кормили, практически не рыбачили здесь. Ну и самое удивительное то, что буквально в апреле-марте мы зарыбились карпами, там 8 килограмм, 7 килограмм, как я уже сказал. А осенью, в сентябре, вот присутствующий здесь Андрей Карденко на тренировке поймал карпа весом 14 килограмм. 850 грамм. 850 грамм. А зарыбляя водохранилище, мы некоторых карпов, просто самых крупных, мы их маркировали. Мы делали небольшую меточку и фотографировали этого карпа. И посмотрел на метку этого карпа, которого выловил Карденко в сентябре, мы определили, что мы запускали его сюда в весе 8,5 килограмм. То есть фактически за лето он вырос почти в два раза, ну почти на 6 килограмм. То есть за летний сезон. Ну, с марта, скажем так, по сентябрь карп прибавил в весе 6 килограмм. И це, напевно, була природна їжа. Ну, кормили кормами, соответствующими кормами. Мы кормили, усиленно кормили, там кукуруза, там пшеница, что, да. Пелец специальный. То есть просто кормили для того, чтобы рыба набрала оптимальный спортивный вес. Вы казали, что у вас есть фото Мар'яна. Які вазі ви його запускали? Кстати, Мар'яна мы тоже тогда пометили. Да, он зашел сюда в 2008 году в весе 8 килограмм 500 грамм. 2008? Да. За 10 лет он набрал 17 килограмм. 16-17. Александр Иванович не сказал, что здесь Владимир Алексеевич, директор водоема, они здесь разводят дафнию. То есть каждый июнь, мы даже раньше здесь не рыбачили, потому что это было бесполезно. То есть стада дафнии ходили такие, то есть и... Мы тоже спорили, когда здесь прошли очередной чемпионат Украины, здесь со Львова команда, они говорят, не может он так вырасти. А потом созвонились со Львовским институтом, который занимается рыборазведением, и они сказали, если при наличии дафнии и хороших кормов, рыба может вырасти до таких размеров. Почему? Потому что та рыба, которую вы брали с других водоемов, она просто это как человек, скелет худой. А тут ему дали еду обильную, регулярно, и он на этом скелете как бы уже нарастил, уже обрастает уже жиром там, и так далее и тому подобное. За счет белка и углеводов, то есть, ну, как бы правильное питание. Я могу добавить, что сам по себе водоем, он еще богат природным кормом. Именно есть в нем. И рак, напевно, есть тут, и моллюски, есть и рак, и есть и мотыль, и другие. Есть бокоплав, то есть все, что присутствует в водоеме, природное, оно есть, и рыба ним питается. Ну, река проходит, да, и поэтому река несет с собой. Сколько секторов по березі для спортсменов? В настоящий момент на водоеме 40 секторов, подготовленных для спортивной рыбалки. Самое большое количество турниров было в 2013 году, 13 турниров. Но мы не хотим перегружать водоем турнирами. Мы бы могли проводить турниры каждую неделю. Ну, мы даем возможность рыбе восстановиться, отдохнуть. Все верно. Каждое вываживание, каждый раз, когда карп попадается на крючок, он, естественно, испытывает какой-то шок. А некоторые карпы ловятся по несколько раз. Поэтому мы даем время рыбе восстановиться, отдохнуть от рыболовецкого пресса. И проводим турниры раз в 10 дней, раз в 2 недели. Андрій, а скільки за турнір в середньому ловлять спортсмени? Загальна вага? Тонну, наприклад? Ні, то взагалі, от зараз останні соревнования, які пройшли, зараз було Кубок Мар'їнського водохранилища, 16 команд було, без 130 кілограм, почти 5 тонн. 5 тонн рыбы, да. Поэтому самое большее, ну, я так и говорю, за первое место. 16 команд, 5 тонн. Под 800 килограмм наловили. А крайне, ну, нам хотелось, чтобы как бы ребята только первый раз на водоем приехали, но все равно они там постарались, свои там 70 килограмм словили. То есть, ну, для Марьевки 70 килограмм, то есть, с учетом того, что в каждом секторе, в принципе... Плавая Марьян. Да, ну, плавает Марьян, и все ждали Марьяна, то есть, и выход крупной рыбы, то есть, каждый увидел там практически там 80%, все видели двузначную рыбу от 12 до 18 килограмм. Некоторые видели ее и по 10 раз, то что была команда, которая каждый
день, ну, есть такая традиция, типа бихиш суток, то есть они ловили там 19-100, 18 килограмм, 17-800, то есть вот такого плана. И трое суток удерживали лидерство. А где они стояли? Сектор номер 5, который у нас там на мысу. Но мы специально сейчас в данный момент умышленно пошли на то, что посадили спортсменов по большой воде, чтобы в данном случае проявить спортивные качества, чтобы уйти от крайних секторов, как говорят на Марьевке, что типа ловят только крайние сектора. Но это на любом, я был на всех водоемах Украины, есть какие-то да, перспективные сектора. Мы от этого ушли, но все равно люди там, это был крайний, пятый, это был крайний сектор, поэтому они там наловили рыбу. Ну и здесь им сопротивлялся тот же 30-й сектор, то есть они хорошо шли. И они же взяли бигфиш этого турнира, карпа 21 килограмм. Я хотел бы добавить по поводу выловной рыбы за соревнования. Есть рекорд Марьевского водохранилища, который был установлен в прошлом году на Кубке Украины. Команда из Киева, они за трое суток в 40-м секторе поймали тонну 80 килограмм. За трое. Вот да. Посчитайте, сколько они ловили в сутки и сколько в час. Это взагалі думаю, просто жорстко. Да, они выиграли первое место, стали обладателями Кубка Украины. Розкажіть, будь ласка, ми побалакали про Амура. Я знаю, у вас є багато білого Амура і важкого. Яка максимально зафіксована вага білого Амура? Що взагалі можете про нього сказати? Да, количество Амура теж є. Звісно, воно уступает карпу. Ну, определенное количество но есть. Тим паче про цих Амурів ходять легенди. Да, они подросли. В этом году был установлен рекорд по весу Амура, да? Да, 14850 на предыдущих, а до этого был 15500 Амур. Это который словленный, которого мы увидели, взвесили. А так легенды ходят как по типу, как залохнесское чудовище, что до подхвата довели, он в подхват не влазил. Говорят, что в рукаві вони стоять. И дуже великі, и вони там живут. Ну, в этом вот раньше... Ну, спасибо, да. Что рассказали нам, где у нас живут амуры. Но не рассказывайте спортсменам. Пусть сами ищут. Когда он был поменьше весом, он имел какую-то цикличность, и выходы были его в основном по той стороне. То есть и была систематика, которая ловли амура. Те люди, которые затачивались на это, они его ловили и ловили. Доходили там 300 килограмм, тогда были это там 2010-2011 год, это огромные веса, то есть они ловили только амура, но он был еще в весе там, 5-6 килограмм такой. А когда он сейчас стал крупнее, ну как и пишут ихтиологи, что он уже не, ну как бы он стайный, только меньшее количество в стае, да, концентрация. И в основном он сейчас как-то облюбовал место возле дамбы на большой глубине, вот там выходят крупные амуры. Но, тем не менее, мы, например, до, по-моему, 2013 года и не знали о существовании амура в данном водоеме по причине того, что его особо никто здесь не ловил. Но команда, которая его первая здесь открыла, что его можно массово ловить, это была команда туристов, они тоже стояли в 33-м секторе, за которым мы там разговаривали. И они за ночь, по-моему, вот как раз с предпоследнего места ушли на первое место, словив там 300 с чем-то килограмм. Да, то есть тут такое... На чемпионате Украины команда «Бобры» в минулому и все винницкие команды тоже непогано відловились по амуру. Да, он везде проклевал здесь на чемпионате Украины. И непогано. Фото были за амурами и по 12 килограмм тоже. Ну вот он как раз в 21-м секторе они стояли, то есть именно с Волынского карпового клуба, вот как раз они там амуром и упражнялись. И предыдущий кубок Марьевки тоже показал, но он сейчас по-другому себя ведет, амур, то есть он, я же говорю, стал крупнее и чуть-чуть он непрогнозируемый. То есть раньше он становился на корм и было все понятно. И все, ты знал, а сейчас вот я, например, провел статистику предыдущих соревнований, идет чуть-чуть по-другому. Он сразу клюет на старте активно, то есть когда еще практически нету корма, даже там никто еще с помбу не забрасывал. То есть, и я вот статистику первого дня посчитал, 21 амур был словен,
потом на следующий день 9 амуров, и третий, четвертый принес по 6 амуров. Ну, может, это еще говорит о том, что та команда, которая там стояли в тех секторах, где он находился, не совсем были заточены на ловлю амура, что, ну, что ему в данный момент нравится, либо зерно, либо еще там что-то, и поэтому как бы он у них так не массово выходил. А еще, до речи, по вашим поглядам, зі смаків домінує на водоймі. Які смаки у риби? Є ж, напевно, ну, самый те, що перший бойл, который словил здесь трофейную рыбу, я имею в виду, в соревнованиях, в официальных, это был сквитоктопус. То есть динамитовский, это словила команда с города Донецка, Игорь Богинский, Дом рыбака у них, по-моему, так и называлась, да, команда. Так и, да. И у нас мы первые, вот как Александр Иванович говорил до этого, что будучи, опять же, спортсменами и карпятниками, как-то были неудовлетворены организацией на предыдущих турнирах, которые там мы участвовали, и мы у себя ввели традицию фуршета. Но сначала мы ввели традицию фуршета после окончания соревнований. Нам хотелось, чтобы спортсмены сели и за, как говорится, круглым столом там и без каких-либо это поделились, кто на что словил рыбу. И вот как-то у нас эта традиция года два поддерживалась. Но, с одной стороны, хорошо, что люди в дорогу поели, не голодные. То, что обычно, когда соревнования заканчиваются, все, на шутку, все голодные, по-быстрому. И поехали. То есть, но людям еще хотелось чуть-чуть других, и поэтому сказали, давайте делать, мы за фуршет, только давайте его делать до, чтобы все могли быть в равных, хороших условиях, там раскрылась душа. Поэтому первый бойл, вот, он поделился тогда, это был сквит-октопус, динамит, то есть и в основном оно так и продолжается, только там... Да. Лицом Марьевки уже в какой-то мере стали фуршеты, которые Андрей вот организовывает с чебуреками. И многие спортсмены, записываясь на турниры, говорят, а чебуреки будут? Так, это новая информация. Новая информация, да. Серьезно, чебуреки. Если говорить о соревнованиях, то, наверное, будет интересно вам узнать, что первые соревнования на водоеме были проведены в 2009 году. И, ну, мы хотели сделать их красиво, чтобы людям запомнилось. Да, увидели новый водоем. Нам это, в принципе, и удалось, потому что сразу после первых соревнований был проведен отборочный этап на чемпионат Украины. Тогда были зонные отборочные этапы. Вот тут зона Запорожская, Луганская и Донецкая область. А первое соревнование, подумав, мы решили назвать Кубок машиностроителей. И попросили, ну, Краматорск, город машиностроителей. Мы сами проживаем там. Мы обратились к руководителям некоторых предприятий машиностроительных. Они выступили спонсорами этих соревнований. И Андрей очень удачно их провел. Андрей, сколько было команд? Я уже сейчас не могу вспомнить. 15 команд, по-моему, ну, да? Да, немного. Чуть больше 10, ну, да. Соревнования прошли на ура. Были пойманы в карпы 10 килограмм весом. Несколько. Ну, там, бифиш либо 15 чем-то было. 15 килограмм, был, да, тот 15. Же, по-моему, Дом рыбака. Дом рыбака, да, поймал 15-килограммового карпа. Ну да, в планах было здесь сделать международный турнир, пригласить там латышей, также сам белорусов, но тоже события, которые происходят и происходили, чуть-чуть на это накладывают отпечаток. Даже из Англии, по-моему, да, были, да, приглашения, да. И в последний момент спортсмены не решили сюда приехать. Ну, будем надеяться, что все у нас наладится, устаканится, да. Наладится. Водоем ждет международных соревнований. Ну, я вам скажу, якщо брати, наприклад, Iron Fish в минулому році, це 9 команд, а в цьому 34, то, звісно, з вашого водойма дуже велике майбутнє. І я надіюсь, да, так і работаем, буде. І воно видно, що ви працюєте. Ми працюємо над водойомом в тому плані, десь під'їзні дороги зробили в прошлому році. Ми помітили. Мелоч, а приємно. Повода интернет его. В каждом секторе. В неудобных секторах, там, где обрывы, сделали удобные ступени для входа в воду, для вываживания. Камыши, все выкушено. Даже если вы заметили баннер, чтобы никто баннер. Не мог проехать водоем. Это мы тоже пометили. Но мы проехали. Но мы проехали, но повернулись. Я говорю там о таких мелочах, как душевые кабинки и прочее. Душевые, прочее. До речи, гарно. Пытаемся создать хорошие условия, прокосить сектора. Хорошие условия, удобные. Для спортивної ловлі. Це все помітно. Велика вам шана за це. Хочу вам подякувати за
душевну бесіду, за те, що поділились подробицями з вашого життя, життя водойми. Спасибі, що прийняли нас, трофей, Iron Fish. Надіюсь за вами та за нами буде велике майбутнє. Тому дякую вам, хлопці. Спасибо, Тарас. Сьогоднішній день пройшов дуже плідно. Ми половили рибу, підібрали насадки та принади. Взагалі я залишився задоволений результатом. Вдалося спіймати декілька непоганих риб, 5-6 кілограм. І ще, якщо не помиляюсь, 7 кілограм було. Тому взагалі результатом задоволений. Побалакали з хазяєвами водойми, дуже класні хлопці, відкриті та душевні люди, що нам розповіли всю історію цього водойми. Я дуже сильно задоволений та дякую їм за цю бесіду, за прийом. З нетерпінням чекаю завтрашнього турніру.